Аллах, какой вы несдержанный, Камуран-бей. Целуете ей руку и вообще не можете сдержаться. Лучше пейте больше ромашкового чая. Хоть успокойтесь. Ну, конечно, нет. Просто так чай пить нельзя. Нужно добавить десерт. Сынок, иди сюда. Здравствуйте. Добрый день. Ромашковый чай и сютлач для дамы. А что вы хотите, Фадик Ханым? Я? Атом. Атом? Прекрасный выбор. Два атома. Принесите наши бомбочки. Сейчас. Ладно. Вчера вы нас обманули, Камуран-бей. Не признались в своих намерениях. Как же так? Нет, Ханым, все сложнее. Я опростоволосился. Я бы себе пощечин надавал за то, что не встретил Фадик Ханым раньше. Как же я на себя зол! Как я зол! Какой вы восторженный, Камуран-бей. Нет, нет, этого мало. Этого слова не хватит, чтобы описать, как все бушует внутри. Я схожу с ума из-за вас, Фадик Ханым. О, да. Аллах, спаси меня от них, от этих безумных вокруг. Чем я такое заслужила? Иншаллах. Аминь. Да, рисунки в целом нам подходят, но качество не очень. Я переживаю. Новые дизайнеры не привнесли ничего нового. А это работа какой группы? Главного дизайнера, который раньше был в Марпе. Есть новости от Некстра? Их работа ушла напрямую к Дарукбею и Тувалханым. Да, мы от нее отказались. Они вообще нас не поняли. Ладно, наверное, на сегодня все. Хорошо. Ну что, жених, ждешь, не дождешься? Какой жених? Босс? Простите, извините. Босс, не мое дело, говорю же, простите. Ты не в курсе, Чегла? Сегодня у моего брата помолвка. Да, ладно. Дорог, у Мурата будет помолвка? Все пройдет у нас дома. Да ты шутишь. К вам что, приедут по-настоящему свататься? Да, очень хотят моего брата в зятья. Вот это да. Мы все так рады. Мы собрались по чудесному поводу. Да, это прекрасно. Да, да. Это так хорошо. А кто из вас мать прекрасный Дидем? Скажите. Я. Я. Сузан, перестань. Ты уже отняла у меня мужа, а теперь отнимаешь еще и дочь? Ну, конечно, я такая. Тогда позаботься о них. Ты мне так важна. Азиме, дорогая моя, не слушай ее. Я настоящая мать Дидем. Сузан ее мачеха. Да, я лучшая мачеха. Шевкет-бей, получается, Сузан Ханым ваша вторая жена? Именно так. Хорошо, что ваши жены так дружат между собой. Да? Они такие милые, родные мои. У нас такая чудесная семья. Точно. Я никогда такого не видел. Идеально. Вот что я вам скажу. Сузан для меня очень важна. И это я заставила их с Шевкетом познакомиться. Дорогая Асуман, я стольким тебе обязан. Мы давние подруги. Сузан ходила к нам в гости. Так и познакомились.
Да, я звала ее Ханым, а теперь зову мамой. Это чудесно, да, Мурат? Очень. Потрясающе. Шеф Кетбей, я бы с вами потом пообщался и послушал про ваш опыт. Конечно, сынок, обязательно. Ниджат Бей. Видимо, Дирья Ханым ваша вторая жена. Дедо мне сказала, а с первой женой вы видитесь? Аллах, помоги. Слушай, я тебя 20 лет такой не видела. Не знала, что делать. Следить мне за девочками или за тобой? Что я сделала не так? Я сидела и слушала его признание в любви. Я тоже человек. Вот и улыбнулась ему. Улыбнулась, значит. Ты бы видела, как вели себя твои губы. То так изогнуться, то сяк. Я боялась представить, что будет дальше. Улыбка треснет. Вот. Я так подумала, но нет. Что же дальше? Не помогло. Знаешь, я тебя никогда такого не ожидала, Фадик. Молодец. Мы сами не знали, что вы такая, Фадик Ханым. Вы совсем другой человек. Я такая. Верно, Хаят? Хаят! Я отключилась. Очень устала из-за переработок. Надо идти спать. Ладно, иди спать. Люблю вас всех. Доброй ночи, девочка моя. Доброй ночи, моя красавица. Доброй ночи. Итак, мы собрались здесь по прекрасному поводу. Дидем и наш сын Мурат приняли решение. И мы должны его уважать. Эти кольца — первый символ их будущего. Дорогая. В жизни не слышал такой речи. Будто на поминках. Что посеешь, то и пожнешь. Нужно было себя контролировать, а не вас учить жизни. Laftan anlamaz.